Кать, поділіться, будь ласка, які у вас були очікування, коли ви йшли на цей інтерв'ю в Тімоті Гол? Ну, насправді, в мене не було жодних очікувань, в мене просто було відчуття, що я маю тут бути. Тому що, ну, по-перше, в мене є такий принцип завжди вчитись у перших джерел. Було бажання навчитись, перейняти досвід і почути, що Тімоті буде казати. І скажу відверто, я отримала дуже багато власних інсайтів стосовно життя. Склалися декілька моїх пазлів стосовно досягнення моїх цілей. Вже не кажучи про те, як я можу цей інструментарій використовувати в допомозі своїм клієнтам в роботі. Тому що я займаюся коучингом, я тренер з емоційного інтелекту. І ці всі інструменти, вони напряму можуть бути використані мною в допомозі іншим людям, іншим моїм клієнтам. А мені цікаво, а що самого такого цінного, важливого для вас сьогодні було? Сьогодні для мене найцінніше було, коли Тімоті в кінці говорив про «я». Три. Да, стикнути з його життєвим досвідом. Те, як він до цього прийшов, те, як він це переживає, і коли Барбара ще, да, додала свою частину. Це як торкнутися досвіду людей, які вже прожили величезно довге життя, які наробили своїх помилок, які взяли з цих помилок силу. Це фактично як торкнутися до цієї сили, це скоротити собі свій шлях набуття цього і вже мати розуміння, як це на смак. Так смачно сказали. Кать, а наші глядачі, можливо, не знайомі з Тімоті Голові, можливо, не знайомі з книгами, з концепцією. Що б ви їм хотіли сказати? Все у нас спочатку виникає в голові. І те життя, яким ви живете, це відображення того, що у вас тут в голові і що у вас тут на серці. Якщо те, що ви бачите, вам не подобається, то використовуйте підхід внутрішньої гри. Спочатку вигравайте тут і тут, для того, щоб це реалізовувати зовні. Дякую. Дякую. Иван, поделись, пожалуйста, какие ожидания были у тебя, когда ты пришел на этот тренинг? Так, по поводу ожиданий, да? Да. Ожидания были очень радостные в плане того, что как коуч, работающий в спорт-сфере, и лично я читал книгу «Inner Game of Tennis», и очень ее люблю, и даже стараюсь применять, не всегда получается. Я ожидал увидеть человека, который как бы это все создал, посмотреть на того, какой человек, какой метод, ну и научиться для себя всему, чему смогу увидеть. А что получил? Получил, скорее, вот сейчас допроживаю последние процессы, такую внутреннюю трансформацию немножко. Увидел, каков Тим, удалось там пару минуток выкроить, спросить у него там личный вопрос из спорта. То есть я получил как бы челлендж на свой вопрос, мне есть куда двигаться дальше. Я понимаю, что он хороший пример для меня, как строить свой коучинг и куда двигаться. Ты сказал, что ты работаешь коучем и работаешь со спортсменами. И мне любопытно, как метод концепции внутренней игры Тимоти Голови может помогать коучам? Ну, для меня коучинг и метод концепции внутренней игры достаточно смежные понятия. То есть только у Тимоти есть еще вот это вот четкое понимание self один, я один и я два. И о том, как отключать этот внутренний диалог и позволять тому внутреннему ресурсу быть в контроле. И тогда намного увеличивается результативность. Спасибо. И нас будут слушать люди, которые, наверное, не знакомы, возможно, не знакомы с творчеством Тимоти Голди, с его концепцией. Что бы ты им хотел сказать? Я хотел бы, чтобы люди знали, которые, возможно, планируют посетить, что в нем есть какая-то своя внутренняя свобода, своя внутренняя правда, которую он сам для себя открыл, как все великие какие-то родоначальники движений. Ну, и на это есть смысл прийти, посмотреть, научиться настолько, насколько возможно. Спасибо, Девушка. Расскажи мне, пожалуйста, поделись. Какие были ожидания, когда ты шла на этот тренинг?
какие были ожидания. Ты знаешь, ожиданий особых не было. Я года полтора назад первый раз прочитала книгу Тима «Работа как внутренняя игра». Вот просто эта книга как пришла ко мне, да. Я ее прочитала, и когда я ее читала, у меня было такое ощущение, что я разговариваю с каким-то мудрецом, с каким-то другом, который вытягивает из меня все ненужное. Вот я не знаю, как это передать. В процессе разговора из тебя выходят все дементоры. Вот, и остаешься только ты сама. И я тогда загадала, вот, ну не то чтобы загадала, у меня было очень сильное желание. Я хочу встретиться с этим человеком и поговорить. Я тогда даже подумать не могла, что мы вот будем с ним сидеть за одним столом, общаться, разговаривать, обниматься даже. Поэтому у меня не было ожиданий. А сила, если какая она, да? И, а что самого ценного для себя ты за эти два дня получила? Самого ценного – это прикладной опыт. Я сейчас очень много в своей жизни, знаешь, как привожу многие вещи вот именно к прикладному, к тому, что можно применять в жизни конкретно. Здесь для меня прикладной стала именно вот эта, даже сложно назвать это формулой, да, опыт того, как ты ловишь мячик. И того, как ты концентрируешься на либо на текстуре мячика, либо на траектории. Ну, в общем, на чем-то, что вообще не о том, чтобы поймать мячик. И каким-то магическим образом ты его ловишь. Это о том, чтобы быть вот здесь и сейчас. Да? И концентрация на, не на действие, а на удовольствие. Если что-то пугает, то окей, а как оно меня пугает? Спросить себя, задать себе этот вопрос. Как же выглядит мой страх? А теперь он как выглядит? И не пытаться ничего при этом изменить. И тогда твой ум, твоя обезьянка будет занята, а твоя сущность будет делать всю работу. В этом трюк. И, наверное, крайний вопрос. Нас будут слушать люди, которые, возможно, не знают Тимати, не знают концепции, не знают внутренней игры, не читали книг. Что бы им ты хотела сказать? Я думаю, что все знают концепцию внутренней игры. Так или иначе, эту концепцию, ее все когда-либо чувствовали или будут чувствовать. Это концепция основана на том, что когда мы позволяем своей природе проявляться, по-настоящему, да. Когда мы то, что называется, позволяем себе быть собой, это уже такое заезженное, может быть, слово, но когда мы позволяем себе быть творческими, шаловливыми, в какой-то степени детьми, в какой-то степени, я не знаю, цветами, букашками, листьями, природой, воздухом, солнышком и всем, что происходит вокруг, вот тогда мы создаем самые лучшие вещи. Когда мы перестаем думать о своем результате, о том, что подумают обо мне, вот тогда мы действительно делаем самое лучшее. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Ир, поделитесь, пожалуйста, а зачем вы пришли на тренинг Тимати Голды внутренней игры? Я пришла вот за состоянием, за философией мастера и за состоянием. Я это состояние получила. Причем я пришла к одному мастеру, а тут еще был его сотрудник и жена. И вот они вместе создали такое вот поле, вот хорошо было. Что вы самого ценного для себя выносите сегодня? Что все-таки состояние в первую очередь. То есть из него уже дальше действия. И что надо вот свою библиотеку с терминами, с определениями, что важно, периодически пересматривать. Потому что ну, вот сегодня успех – это одно, а завтра состояние поменялось, и успех тоже. Жизнь меняется. А что бы вы хотели сказать слушателям, которые нас будут слушать, но не знакомы пока еще с Тимати, не знакомы с внутренней игрой? Ну, понять это что-то словами, я вот не знаю, как это передать. Это надо прийти и почувствовать. Если вы хотите почувствовать себя, вот как Тим говорил, дома, почувствовать себя более глубоко, как вы раньше себя не чувствовали, приходите, попробуйте. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Владимир, поделитесь, пожалуйста, когда вы шли на этот тренинг, что вы ожидали от него?
Ну, во-первых, конечно, знакомство с Тим Утюговым, с основателем коучингом, с основателем своей программы «Внутренняя игра». И я сам ее преподаю очень часто, ссылаясь на Тим Утюговым. Ну и, конечно, познакомиться с первоисточником, с тем человеком, откуда все это пошло. А что я ожидал встретить? Как раз встретить хотел его мысли, его размышления. Не то, как другие дают его уже, а чтобы я хотел услышать, как он понимает человека и человеческие ресурсы, возможности человека. Поэтому я получил все, что я хотел. Первое – это вот понимание внутреннего диалога. Это я один, я два. Как правильно настроиться, как правильно поговорить с самим собой и как правильно использовать внутренние ресурсы. Это первое, самое главное. Второе, мне очень интересно поразило, зацепило, это я три. И я впервые увидел спикера вот, мирового уровня, который говорил про успех не про машины, не про острова Таиланды и Бали, не про звездности, миллионы, миллиарды, а говорил про желание жить, про желание быть счастливым в самой жизни. И для меня это очень близко по моим ценностям. Я также понимаю, что такое успех. И, конечно, меня это подкупает сильно, потому что я вижу, что человек говорит о настоящем, о человеческом. А что то, что вы будете применять после того, как выйдете сегодня? Ну, во-первых, я пересмотрел, уже у меня куча инсайтов. Я пересмотрел свои цели, свое понимание. Разберусь со своим, там я поговорю сам с собой. Некоторые инструменты меня очень удивили, по-хорошему удивили, поэтому мне надо все это переварить. И, конечно, я пересмотрю свою программу для своей школы, потому что я преподаватель и руководитель лагеря школы коучинга, и пересмотрю свой подход к коучингу и преподаванию и к тем темам, которые я давал ранее. Вы сказали про кучу инсайтов, а можете поделиться одним таким самым-самым с нами? Самым инсайтом, ну, во-первых, то, что мы сегодня проходили, то, что желание и потребность, это вообще нужно их разделять. Это вот первое. Второе, то, что я один к нему подходил, мы отдельно общались, и вчера, и сегодня за обедом, то, что я один, вот этот красненький я, да, его, кажется, надо убирать. То есть эти шумы, они все равно вернутся. С ними нужно научиться разговаривать и, скажем так, его отвлекать. Наши зрители будут нас слушать, и наверняка им будет интересна тем, особенно, кто не знает ничего о Тимоти Голуби. Что бы вы хотели сказать таким людям? Я бы хотел, во-первых, пожелать задуматься о том, кто мы есть, для чего мы живем, куда мы идем, какой смысл нашей жизни. И поискать ответы в программе «Внутренняя игра». Потому что вот эта сама концепция «Внутренняя игра» помогает задуматься обо всем этом, о самом важном в жизни. Подумать и принять правильные решения. Ань, поделись, пожалуйста, какие были ожидания у тебя, когда ты шла на тренинг Тимоти Голуби? Я хотела увидеть, как этот тренер и этот мастер передает свои знания вживую. То есть одно дело это книжка прочитать, а другое дело это вот эта инициация от мастера к мастеру. И вот я хотела увидеть его живой метод мышления. А что самого важного ты для себя забираешь сегодня? Но самое важное – это то, что действительно мы чувствуем, что для нас имеет значение вот то, что нам дает эту жизнь и желание жить. И вот это нужно чувствовать. То есть если ты чувствуешь, что твоя работа тебе отбирает желание жить, то значит нужно прислушаться к другому, к тому, который там шкребется где-то и говорит – там, эй, там, чувак, ты любишь там танцевать, или любишь петь, или любишь там, не знаю, котлеты печь. И не бояться его чувствовать, потому что у нас, к сожалению, вот наше постсоветское воспитание, оно дало такое, что вот не дело нельзя там по рукам, как ребенок приходит, да, в магазин, он все время сначала бежит, а родители, что не трожь, не дело. И потом, в итоге, он сначала ручку тянет, потом уже так, потом, а потом у него вообще атрофируется вот эта мышца, то есть, и потом он даже перестает желать, как бы. И мозг, он все время такой, раз, и сразу тебе там, о, ты там такой, ты там плохой, ты там еще какой-то. И мы этого не замечаем, но это привычка.
И точно так же мы можем воспитать себе привычку думать по-другому. То есть главное это осознать. И вот эта осознанность, и вот когда ты применяешь эту систему, то есть больше показывать, да и давать людям вот этот метод самим испробовать на себе и сменить фокус на то, что им хочется, то тогда возможно все в твоей жизни. Светлана, расскажите, пожалуйста, какие были ожидания от тренинга Тимоти Голы? Совершенно не те, которые я получила. Я думала, я получу методики работы с клиентами в коучинге, и я думала, что я получу для себя какой-то чисто профессиональный аспект. Но оказалось, что этот тренинг запустил очень глубокие нюансы, которые в жизни были важны, поднялись очень глубокие вопросы, и общение с таким человеком, который прошел такой жизненный путь и такой имеет такой жизненный опыт, всегда рождает такие инсайты, которые потом запускают какие-то трансформации очень сильные. И сейчас было очень много методик, которые можно использовать, безусловно, с клиентами, в работе, в жизни, в бизнесе очень много. Но просто те вещи, которые важны для меня сейчас, это касается лично меня. И я считаю, что это очень много за два дня было дано конкретно в личностных трансформациях. Вы сказали об инсайтах, могли бы поделиться, возможно, с нами о каком-то самом важном, ценном инсайте вашем? О ценном инсайте? Ну вот, я один и я два, с которыми мы знакомы и работаем, это вот последние, конкретно о последних 20 минутах тренинга, когда Барбара зашла и сказала по поводу третьего, и то, как она это ощущает, и то, какой это отклик получила в аудитории, и что все-таки та любовь и душа, которой мы живем, очень важна, и что ее нужно не напитать, к ней нужно обращаться. А наше внутреннее «я», наше сознательное, бессознательное – это очень важно. Мы с ними умеем общаться, мы знаем, как с ними обращаться, мы знаем, как их обманывать. Но все-таки вот эту душу свою и любовь, которая в тебе должна быть, ну, она есть, и которую ты питаешь всегда, вот это важно в себе всегда чувствовать, видеть и поддерживать. Спасибо большое. Наверное, крайний вопрос. Если нас будут слушать люди, которые не знакомы с Тимоти, не знакомы с внутренней игрой, что бы вам хотелось сказать таким людям? Ну, обязательно прочесть книгу, обязательно обратиться к видеоматериалам, постараться найти возможность пройти тренинг, потому что, еще раз повторюсь, умение обращаться к себе в первую очередь, этот тренинг про себя в первую очередь, и он позволит, мне, по крайней мере, позволит найти в себе внутренние ресурсы, которые запускают определенные вещи в дальнейшем. Юр, скажите, пожалуйста, какие были ожидания, когда вышли на тренинг? Были ожидания увидеть работу мастера, увидеть работу человека, который основал коучинг. Я увидел очень душевного человека, который очень как хороший профессионал с тонкой работой. И вот прям точечно вот он показал, рассказал, продемонстрировал. Было на самом деле не очень много материала, если так разобраться, но он был донесен корректно и так, что было очень, было интересно. Я знаю, что вы даже участвовали в эксперименте неком. Можете поделиться, как это вам было? Поделиться опытом своим. Опытом эксперимент какой? Опыт ловить мячики. Это было очень, это было удивительно, когда рука сама ловила, и не нужно было думать об этом ничего. Мы когда в паре стояли, я даже пробовал закрывать глаза. Ну, вот, очень удивительный опыт, когда фокус внимания сдвигаешь или на звук, или на ощущение, или на текстуру мячика, как он крутится, или на его траекторию. И в любой момент, когда вот фокус внимания сдвигается, когда занимаешь свое первое «я», второе «я» ничего ему не мешает, и очень быстро получается ловить мяч в любой практической ситуации. Скажите, пожалуйста, наши зрители будут слушать наш разговор с вами, и я думаю, им было бы интересно, возможно, они не знакомы с Тимоти Голуби, с его концепцией, с методом, с книгами. Что бы вы им хотели сказать?
Вы знаете, все самое ценное у нас – это наше детство. Это наше детство, наша та игра, которая была там. И когда эту игру принести в эту жизнь, в нашу взрослую жизнь, она очень здорово меняется. Я бы порекомендовал этот тренинг людям, которые хотят изменить свою жизнь, которые достигли уже результатов в своей жизни и готовы ее пересмотреть, увидеть ее по-другому. В то же время те, кто начинает жизнь, вот там 17-20 лет, тоже было бы очень здорово, полезно, чтобы не делать тех ошибок, которые делали все мы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Почему вы решили прийти сюда сегодня на тренинг? О, это вообще очень хороший вопрос. 10 лет назад внутри компании, в которой я работала, я проходила тренинг Grow Coaching, который был о коучинге и о внутренней игре. И тогда уже для меня это было не про результаты, а будучи в бизнесе, занимая руководящую должность, понятно, что бизнес ориентирован на результаты, а на что-то большее. Поэтому, наверное, спустя 10 лет у меня не было даже мысли не быть здесь. Те вещи, которые он, ту методологию, которую он несет, это о жизни как таковой. Это не деление на work and life balance, работы, и потом отдохнешь и опять приходи работать. Это вот о таком, о бытие. Что именно ценного для себя вы несете сегодня? При том, что я и читала его книги, и проходила тренинг по его методике, для меня было ценно, и я ожидала, что будет такое внутреннее присутствие с человеком, который в этом живет, и будет та глубина. Но тем не менее, для себя тоже я увидела больше взаимосвязей того, как можно глубже понимать этот путь. Способность как двигаться к результатам и к значимым результатам и к вызовам, сохраняя удовольствие и расширяя этот путь и это влияние и свою силу, расширяя без стресса, а действительно с глубиной познания себя. Угу. Оксан, нас будут смотреть слушатели, возможно, которые либо не слышали о теме, а может, не знают о концепции внутренней игры. Что бы вам хотелось им сказать? Если возникает вопрос в жизни, то ли я делаю, куда мне идти, как мне сделать больше, если возникают какие-то внутренние диалоги, разговоры с тем, что «а вдруг я не смогу» или «я недостоин», или «вдруг я в стрессе» и «сколько может это продолжаться», то знакомство с внутренней игрой помогает, ну, я скажу словами Тима, «сделать шаг назад», но на самом деле в какой бы момент мы ни были, мы двигаемся назад. А сделать остановку, остановиться и больше осознать. И его программы, они помогают не анализировать, что со мной не так, а побыть в том, чтобы собрать весь тот опыт, который во мне уже есть, увидеть себя в этом моменте, пересмотреть, переосмыслить, организовать свои мысли и продолжать этот путь. И вот в этом 2 дня, либо есть у него и другие программы, и в этом огромная глубина. Спасибо большое. Спасибо. Кир, поделись, пожалуйста, почему ты решила прийти на тренинг? В первую очередь,
Наверное, мне хотелось прикоснуться именно к теме Мэтти Голуби, потому что знала, что он родоначальник коучинга, а так как для меня коучинг сейчас – это моя профессия, и я в ней реализовываюсь, и, естественно, мне хотелось прикоснуться к этому человеку. Это в первую очередь. Я по этой причине пришла, наверное. Но получила я намного больше. Поделись, что ты получила сегодня? Сегодня пролетела моя жизнь от рождения, наверное, по сегодняшний день. И я увидела, наверное, по-другому, осознала какие-то очень важные вещи, которые происходили в моей жизни. Я их вроде бы и раньше осознавала, но сегодня я их как-то прожила и прочувствовала совсем по-другому. У меня такое впечатление, ну как глубина, что ли, глубже или шире стала. Mm-hmm. Очень много трогательных моментов. А ты бы могла бы поделиться одним самым трогательным моментом для тебя? Я кое-что для себя так ярко сегодня осознала, что определенная ситуация в моей жизни, которая случилась когда-то очень много лет назад, я и над ней работала, и с психотерапевтом, и в коучинге прорабатывала. Были подходы к ней, ее проработать неоднократно, и эта ситуация прорабатывалась несколько, наверное, десятков лет. Может быть, два десятка, может, чуть больше. И сегодня, когда Тим спросил, вы благодарите, вот эта метафора была, вам дали воды попить. Это был, вы потом благодарите из чувства ваших манер, или вы благодарите, потому что вам дали выжить. И я вот ту ситуацию, которая была когда-то для меня очень критична с одним человеком, я сегодня почувствовала, что, ну, исходя из того, что для меня вот этот вот глоток воды, что для меня эта вода является, что тот человек тем поступком просто дал мне возможность как раз выжить. Я бы рекомендовала действительно прийти на тренинг и вживую познакомиться с Тимом, потому что, во-первых, были такие темы, раскрывались, которых нет в книге. И чтобы прочувствовать, наверное, вот всю эту глубину, как же работать, как вообще подружить эти «я один» и «я два», нужно окунуться и прочувствовать, как они вообще в тебе находятся, и как они могут балансировать там, и как они могут, вот эта дружба между ними может давать именно больше эффекта, результативность. Но это, мне кажется, только с книг не поймешь. Я очень рада тому, что посетила этот тренинг, и я рекомендую всем на него попасть. Тим меня очень удивил, потому что 81 год, столько энергии, столько любви, столько заботы и этого спокойствия, и такой мудрости, которая сходит практически с каждой фразы, которую он говорит. Ну, я очень тронута.